За шведским столом в средней школе номер 18 в Гродно питаются старшие классы. После четвертого урока немного пополудни взрослые и серьезные люди по-взрослому серьезно подходят к прилавку и выбирают себе из всего изобилия закусок и горячих блюд то, чем сегодня будут обедать. Одиннадцатиклассница Анна Павлова эксперимент со шведским столом одобряет. Девушка признается, довольна и вкусовыми качествами блюд, и ассортиментом. Я считаю, что питание шведского стола в нашей школе – это огромнейший плюс для всех учащихся нашей школы, потому что есть огромное разнообразие блюд, большое количество, качественная еда, очень вкусная. Есть предварительное меню, в котором можно ознакомиться с ассортиментом блюд и... Ваши пожелания, если у вас такие возникают, повара все учтут, и буквально на следующий день можно заметить все изменения, которые вы там принесли, подали какую-то заявку, и все это можно увидеть на прилавке. Выкладка блюд для шведского стола начинается сразу же, как прозвенит звонок на четвертый урок. От разнообразия, конечно, разбегаются глаза и разыгрывается нешуточный аппетит. В школе признаются, экспериментом остались довольны все стороны – и родители, и педагоги, и сами учащиеся. Сейчас по такому принципу питаются только учащиеся 10 и 11 классов. В ближайшей перспективе к шведам, так здесь называют тех, кто питается по этому принципу, присоединятся и 9 классы. Данная форма обслуживания введена у нас в феврале 2017 года. Мы к ней очень долго готовились, изучали заинтересованность родителей, учащихся, изучали возможности нашего пищеблока, насколько это возможно, чтобы предоставить, и услуга стала востребованной. Она заинтересовала учащихся, родителей. Они приходили, интересовались, провели анкетирование, и учащиеся высказали только положительные отзывы о данной форме обслуживания. Всего в Гродно системой шведского стола охвачено 15 школ, из них 10 в Ленинском районе. Стоимость такого удовольствия на выбор составляет 2 рубля 20 копеек. Для сравнения, за простой комплексный обед платят ровно 2 рубля. Разница невелика, а возможность выбора обеда из нескольких вариантов имеет сразу несколько плюсов. Помимо того, что выбранный по своему усмотрению обед съедается подчистую, подростки с благодарностью отзываются на предоставленное им право выбора. Учащийся из предложенного ассортимента, предложенного нами ассортимента блюд, он может скомпоновать свой дневной рацион. То есть в ежедневном меню мы предлагаем 5 наименований холодных закусок. Да, если в обычном меню это вариативное меню, да, 2 варианта с 2 комплекса, да, то здесь каждый на выбор может себе что-то по душе, да, выбрать. Одно из 5 предложенных наименований. То же самое касается вторых горячих блюд, 5 наименований, 2 наименования гарнира, 2 вида напитков и... В чем еще, так скажем, да, чем нравится детям, это то, что ежедневно рацион дополняется сладкими блюдами и десертами. Шведский стол. Теперь это не только в дорогих отелях на экзотических курортах. Гродненские школьники, включившись в этот эксперимент, подтверждают, это успешно востребовано и должно стать повсеместной практикой. Ялата Будила, Гаджан Батраджанов, Сергей Печерица. Новости. Гродно+.